Да, сегодня что-то не очень хороший денек. Всего 18 показывает, солнышко нет. Грустновато. Такие у нас стоят тюльпаны. Короче, сегодня я дома планировал заливать бетончик там. Думаю, может быть, вокруг сарая надо же подлить. Ну, блин, время, смотрите, сколько. Первый час я все на кухне. Короче, блин, не знаю, когда я отсюда выйду даже. Начал щи варить. Лука нет. Поехал в магазин. Заодно по пути купил мясо. Вот такую вот ляжку по 209 рублей килограмм. Взял специально со шкурой. Видите, вот, чтобы было сало. Я его сейчас срежу, перекручу на мясорубке и перетоплю. Так, лук горит, лук горит. Сегодня я, короче, на хозяйстве, видите, блин. И как бы уже все пошло не по плану, не так, как я планировал. Вот, я, короче, тот раз уже так же покупал, вот я перетопил литровую банку, и еще была маленькая немножко, полбаночки. И все, вот мы, блин, вместо растительного масла, мне что тут этот больше нравится, чем это растительное масло. Короче, не хочу, на жиру, с жиром вкусней, в общем. Так что сейчас буду все это разделывать, крутить и топить. Так вот, так что тут еще сейчас, блин, пока топить будешь. Короче, на весь день сегодня на кухне. Вот такие дела. Никаких, короче, дел своих. Короче, чуть-чуть часик полежал. Что-то прям захотелось полежать, начал разделывать. Вот я уже сальцо срезал, перекрутил на мясорубочке сейчас. Короче, зажгу, пускай стоит, потихоньку топится, пока я займусь вот этим куском. С этого тут вот что-то поотрезал куски, но это на фарш пойдет. Короче, сегодня вот так вот я на хозяйстве. Это собаки. Собаки тоже всегда оставляю. Такой у меня, видите, нож фельдеперсовый. Отцу на заказ делали. Видите, с гравировкой, с документами даже. Короче, паспорт на него есть. На этот нож. Острый-острый, хорошо мясо прямо. Так, ну что, сегодня опять приоделся, что-то похолодало немного. Ветер бешеный. Вот, вчера жара была, сегодня прохладно. Завтра вроде опять нормально. Ну ладно, это. Короче, так, сегодня предстоит задача такая, блин, трудная, тяжелая. У меня пришли в негодность, в общем, трос ручника. Но они давно уже пришли в негодность. Купил, вот это уже тоже полгода, наверное, валяется, никак поменять не могу. Вот надо поменять. Самая-то сложность в том, что как туда залезть под середину машины. Сзади-то здесь... Ладно, я... Сам сниму. А вот туда как? Здесь надо и глушитель припускать, и все. Ну, не знаю, как-нибудь сейчас буду пробовать донкратить. Подкладывать, подставлять, чтобы меня не придавило, и пробовать менять. Так, ну все, друзья, получилось у меня все, слава богу. Осталось тут так сейчас подзакрепить вот. Еще она что-то вылетает. Ну, уже клипсы старые. Вот, сейчас стяжечкой привяжу для надежности. Все, новые тросики. Вот так все пришлось разобрать у меня. В общем, без ямы, без подъемника, короче, можно. Глушитель пришлось снять, его опустить. Вот так вот тут я вот туда залазил, блин.
изначально мучился. Короче, не хотел глушитель снимать. Мучился, корячился. Ну, в общем, я их поменял, все. Но не мог одеть в конце там. И все-таки пришлось, чтобы вот гайку ослабить, пришлось все-таки глушитель опускать на землю, ронять его. Вот. А тут уронил, тут вообще все свободно, вот делай, не хочу. Блин, знал бы, сразу бы это сделал. Короче, вот такая вот, ой, 55 раз залез, вылез, залез. Короче, по морде получил, блять, опухло аж. Фингал не вылезет. Короче, глушитель снимал. Не успел его поймать, он мне по морде дал, блин, по морде, по носу. Фингал не вылезет, не знаю, буду ходить с фингалом. Как за булдыга. Так, ну что, теперь все. Собираю потихоньку. В обратной последовательности. Сейчас глушитель повесить. Все там защитки прикрутить. Все колеса прикрутить. В общем, вот так вот я ее, видите, зафиксировал, чтобы она с домкрата, потому что может упасть. А так она у меня все висит. Вот так вот. Это что, у меня что-то с суппортом, потому что это в нажатом положении, а ручник не работает. Ну, нет, слава богу, все нормально. Трос снял, тут чик-чик потормозил, подергал, все там, все встало внутри, весь механизм. Все нормально работает, короче. Ну все, собираю. Вот эту вот бандуру мне гадина дала. Тяжелый он, блин, вообще капец, не знаю, 20 кг точно весит. Так, ну все, короче, все собрал. Инструмент убрал, все проверил, работает. Так, теперь что у нас еще надо? О, у товарища убраться надо. И заодно сейчас он уже накопили вывести мусор. Я каждый день, короче, не таскаем пакеты, так вот накапливаем, а потом в тележку и повез. Так что сейчас пойдем убираться. Да, а его выпустим чуть-чуть, побегает 5 минут. Да, сейчас пойдешь, побегаешь. Так, ну ничего, вроде фингала нет. Вроде все нормально. Болит, конечно, нос болит. Прям дотрагиваюсь, больно. Здесь что-то так чувствуется. Ничего, нормально заживет. Короче, машину сделал, собаки убрал, огород полил, мусор вывез. Сейчас еще в холодильнике валялось. Короче, я ее сюда зафигачил с картошкой. Вот так вот. Не знаю, получится, нет, первый раз жарю в жизни. Ну, посмотрим. Так, смотрите, у нас тут нововведение. Оба-на, видите? Нету абрикосины. Все, короче, мы дождались, когда ее уберут. Ну, вот что-то, не знаю, одну ветку не допилили. Может, пила сломалась или что. В общем, этот участок снова купили. И вот здесь теперь будут строить два дома. Не знаю, хорошо это или плохо. Блин, посмотрим. Ну, мы никак повлиять на это не можем. Говорят, для себя. Ну, скорее всего, это на продажу дома будут. Ну, пока скрывают, может быть, не говорят, что на продажу. Чтобы мы тут сидели тихо, спокойно. Ну, я думаю, что на продажу, скорее всего, будет. Не будут они себе строить. Два дома себе. В общем, как бы сам хозяин пилил дерево, как бы я с ним разговаривал. Ну, так, ну посмотрим, что будет. В общем, один будет заезжать оттуда с дороги, одни будут заезжать мимо нас. То есть вот так вот будет два фасада у этого участка. Так, мне надо подровнять травку. Хоть и небольшая, но нужно. Так что через неделю будет уже большая. На улице тепло, хорошо. Солнышка нет. Но если бы оно было, то тут бы и выйти нельзя. Было бы на улицу. А так
самая такая рабочая атмосфера.